Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут у нас Xiaomi Mi 5C показали на множестве новых фото. Ссылки на интересные товары, кстати, вы сможете найти в описании к видео. На прошлых выходных выяснилось, что загадочный смартфон от Xiaomi, который изначально приняли за следующий флагман Mi 6, на самом деле будет упрощенной версией Mi 5 и получит название Mi 5C. Теперь в сеть попала большая порция утечек, которые проливают свет на подробности о Mi 5C. Множество новых фотографий в очередной раз показывают Xiaomi Mi 5C со всех сторон. Смартфон получит цилиндрический корпус со стаками сверху и снизу на задней стороне, как в iPhone 5 и 5S. Спереди он покрыт 2,5D стеклом, как и недавно представленный Mi 5S. Но кнопка «Домой» у него, судя по всему, механическая, как в обычном Mi 5. Также Xiaomi Mi 5C протестировали в популярных бенчмарках Geekbench и Antutu. В первом он набрал 758 баллов в одноядерном тесте и 305 баллов в многоядерном тесте. В Antutu производительность Xiaomi Mi 5C оценена в 63 тысячи с половиной баллов. Оба теста подтвердили, что в смартфоне установлен 8-ядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, вероятно, от MediaTek, и 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 гига. Также стало известно, что Xiaomi Mi 5 получит 5,5-дюймовый Full HD дисплей, а не 5,1-дюймовый. Как ранее предполагалось, за графику в устройстве отвечает Mali-T 860, что косвенно подтверждает использование процессора от MediaTek. Кроме этого, Xiaomi Mi 5C работает под управлением MIUI 8 на базе Android 6.0 Marshmallow. О стоимости и сроках анонса Xiaomi Mi 5C до сих пор пока ничего не известно. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.